Хай-хай. Нас тут спонтанно позвали на рыбку. Будем жарить ее на гриле. Вкуснятина должна получиться, поэтому мы сейчас собираемся и уже выезжаем. Так спонтанно. И камеру решили спонтанно взять. Ой, спасибо большое. Ну, как бы не планировали снимать влог, но влогу быть. Поехали. Мы такие стильные на спортивном. Ветерочек. Ветерок прям. Ходило тепло. У меня костюм на фрисе. И вообще на улице солнце. Здравствуйте. Здравствуйте. Поэтому я не просто так очки надела. Один? Да. Ребята сказали, что уже все купили. Рыбу, специи. Но Женя хочет сделать салат еще. Какой салат ты хочешь сделать? С рыбой ты такой. Ой, с рыбой. С сыром. Фета. Я забываю постоянно. Я его просто не люблю. Зай, как салат из этого, который ты хочешь сделать здесь? А, вот, греческий. У меня постоянно он вылетает с головы. Поэтому себе такой вот микс заправлю. А дома есть лимон? Мы взяли лимон. Взяли? Вот, лимон и масло. Вот. Кстати, я постоянно говорю, что друзья-друзья, а вы постоянно видите только одного друга. Потому что он не против, чтобы вы снимали, а второй как бы такой говорит, а, не надо. И я говорю, ну все, я как бы никого не хочу заставлять, потому что, ну, дело такое как бы. Как это работает? В итоге мы взяли желтые помидоры, лимончик. Ивановская была со цветом. Два перца. Не было. Лук, фета, сливы, масло оливковое. Кстати, Женя сказал, что если помидоры красные, то перец должен быть желтый. А если перец красный, то должен быть желтый помидор. То есть должно быть наоборот. Мы приехали в плов-центр. Здесь говорят вкуснейшие лепешки. Смотрите. Ребята уже сразу побежали. Очень даже комфортно, уютненько тут. Мне прям нравится здесь. Едой пахнет. Песенки поются. Что это за кухня? Я забыла. Даже забыл? Да. Хорошо, пойдемте, я вам покажу, что тут вообще продается. Шашлык, машлык. Хочу сказать вам искренне спасибо. Рыбка. Ну, у нас будет своя рыбка, нам не нужна вот эта рыбка, правильно? Правильно, мы сейчас свою замаринуем. Прикольно, прикольно. Все? Ну, блин, тут так уютненько прям. А вкусно, да, ты говоришь здесь? Надо будет прийти. Завтра? Все, завтра, значит, сюда. Я хочу шашлык, баранина. Попробовать. Вообще, баранина, если честно, ну, не очень вкусная, но я вот в некоторых местах пробовала. Вот я в Питере была, в индийском ресторане, там вкуснейшая была баранина. И в Сочи мы были, в одном месте было вкусно. Остальные все были невкусные баранины. Вот тут, вы прям так на бугру, и тут еще очень скользко. Прям очень понравилась атмосфера. Намного красивее, чем в Колхиде. Вот я вам так скажу. Я не знаю по поводу меня вкусовых лицей. Меня за своего точно приняли. Салам алейкум, надо говорить. Алейкум салам. Собачки гавкают, они хотят кушать. На месте. Welcome. Welcome to the home. Аня. Шинкану, короче, чем. У тебя рецепт есть какой-нибудь? Да. Не слушай ее, не верь. У меня все есть. Я готовила рыбу. А как рыба называется? Сазан. Сазан? Да. Это про которого ты говорил, да? Да. Блин, ну огромнейшая просто. Это еще не такие уж большие. Забрюли мы, а то вдруг YouTube не пропустит за то, что ты рыбу убиваешь. Она мертвая. О, еще и над мертвой издеваешься. Помощница, зачем ты? Ты что там роешься, зай? Ты голодный? Зачем? Кстати, а мы только позавтракали сегодня и все. Вот сейчас будем ужинать. Тире обедать. Скользко. Там уже когда будет есть, тогда я определюсь, что. Женя готовит соус для маринада. Или сам маринад. Оливковое масло. Дальше что у нас? Соевый соус, да? Побольше рыбы много, посмотри сколько. Ух. Лимончик. Ух ты, такой красивый у меня кисть. Шикардос.
А это что? Это итальянские травы. Угу. Чуть-чуть. Солнышко очень сильно на меня прям светит. Кстати, будет пересвет или не будет? Я собрала волосы, чтобы не мешались. Достаточно? Да. Здесь у нас получается, что за рыба? Два штучки, да? Карп и сазан. Угу, карп и сазан. А вот эти малышки, вот это вот будет в духовке, а это будем жарить, которое уже нарезанное. Какие глаза у них. Ух. Хорошо, когда у тебя муж умеет готовить. Но я буду, походу, запекать. Сейчас будем запекать. Для чего надрезы? То, что ты сказал, что не пропечется. Но я с тобой полностью согласна. Сделаем надрезы. О, Джасур приехал. Вернулся. Ну, это что-то тоже что-то позапихивать. Не решу. Я не знаю, я снимала, не снимала. Короче, покажи, вот что там. Лучок, укроп лежит. Очень красиво выглядит. Вот это вот специи посыпала сверху. Лимон, это оливковое масло. Ну все, не нервничай. Аж затроила, бедная. Теперь рыбку перекладываем на лучок. Я, в общем, думала, что я снимаю, а у меня, походу, была не включена камера. Я какая-то невнимательна. Красное пятно, а я не заметила. В общем, лучок у меня здесь. И на лучок я положила эту рыбку. Сейчас духовка разогреется на 180 градусов и будет запекаться. Вот она, малышка моя. Пока там ребята костер разводят, а это надолго, я так поняла. Это быстрее приготовиться. Салатик я максимально быстро приготовлю. У меня здесь что за микс? Шпинат, руккола и манголь, скорее всего. Что там, свекла, что-то такое. Помойчик. Тарелочка. Ой, красота. Совсем чуть-чуть огурчика. Заправляю ее, значит, оливковым маслом. Ну, вообще, если честно, я всегда заправляю свои салаты не рафинированным маслом горячего джима. Он такой вкусный, ароматный. Но это надо было бы ехать на рынок, либо к нам домой. У нас не было времени на это. Поэтому оливковым. Посолить обязательно. Так, ну и для вкуса, наверное, надо укропчика добавить с петрушкой. И соком лимона. Пойдем. Побольше. Я прям люблю кислинку эту. Без кислинки жить не могу. Руки помыть заодно в лимоне. Пармезан. Ну, чуть-чуть соворуем чужого пармезана. Надеюсь, Джонни не будет против этого. Пиццу готовил вчера, кажется. Он как в лучших ресторанах, девочки и мальчики. Ничего себе. Да, скажи просто. Угу. Вот смотрите, что получилось. Музыка, которая вот это вот на фоне английская играет, а YouTube не забанит? Ты когда будешь загружать, тебе скажут. И что потом надо будет сделать? Убрать ее, либо вырезать. А я там почти все снимала на этой музыке. Ну, вы поняли, если вдруг что, знаете, я не надо. Уже провонялся кисть. Ну, как, конечно. Ой, это вот, вот так вот, да? Правильно, вместительнее, максимально, да? Все, у ребят тоже рыба готова. Ура, ура. Я уже такая голодная. Ну, пахнет очень вкусно и выглядит аппетитно. Корочка прям такая. Корочка, ну, да, блин, на гриле, конечно, вкуснее, чем моя вот эта вот. Вот это вот. Запекается там. Кстати, тоже уже сейчас скоро будет готово. Нарезаю салат, Женя. А там долго это второе? Сейчас минут 20. Я уже жарить не буду. Решили на это, в казане. В казане, да? Угу. Ну все, отлично. Я салат режу, получается, и будем садиться. Я сейчас помогу. Если лимоном польешь, поверь. А, ну, кстати, да, лимоном. И все пройдет. Точно. Лимон же порчился. Салатики. Что это, петрушка? Так чуть-чуть петрушечки, да, правда. Неаккуратно, ну да ладно.
Мой Слатик меня уже ждет, заждался уже, бедненький. Я к тебе сейчас скоро приду. Так, а мы, кстати, достали рыбу из духовки мою, ну, которую я мариновала. Выглядит очень. Все заходят и говорят, боже, как пахнет, как пахнет. Которую с мангала они достали, они немножечко решили ее подогреть, чтобы она горяченькая была, да? В общем, сейчас уже скоро будем ужинать. Неужели? 19:05. Ну, зашибись, все как всегда. Very good. Завтра. Завтрак просто будет в 12. Вот такой, конечно, незрачный кусочек у меня. Моя. Это, я так понимаю, в муке, да, которая? В Казани, которая. Ну, она еще в муке. Не в Казани. Казане. Это вот сейчас на гриле. Лепешки, ребята, которые только купили. И салат. Вот такой вот у нас получился стол. В общем, ужин получился класс. Сочно, вкусно. Лимончиком когда поливаешь, прям вообще обалденно. Некоторые рыбки, конечно, были немножко костлявы, но то дело такое. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился такой формат. Пока-пока.